Друзья, всем привет на канале Цех номер один. Сегодня видео о лебедках Sea Pro 25 и Big Water 45. Как вы знаете, вот эта лебедка у меня стояла на лодке, отслужила, 3 или 4 сезона. В этом году купил вот такую лебедку. Сейчас буду устанавливать. И вот решил сравнить их. Мне кажется, что это лебедки все сиапрошные. Места крепления у них совершенно одинаковые. Замерил вот эти расстояния, что здесь, здесь, здесь. То есть отверстия в лодке дырявить новые не придется. Все встанет на старые места. Единственное, эта лебедка чуть-чуть шире. Вот если сравнить. Один кожух, второй кожух. Вот оно пошире, ну, на 3 сантиметра где-то. Еще что заметил, здесь вот алюминиевый барабан стоит, здесь пластмассовый. Не знаю, как это будет, лучше или хуже. Эта лебедка у меня в том году срезала вот здесь соединение вала с редуктором. Там краб такой стоит интересный. Этот краб срезал, я заварил этот узел. Сейчас она неразборная получается, в рабочем состоянии. И что здесь? Это со свободным сбросом лебедка, это принудительная. Вот и вся разница. Пульты одинаковые, цветом только разные. Этот желтый, этот серенький. Кнопочки все одинаковые. Проводка совершенно одинаковая, я даже проводку старую не стал вытаскивать с лодки. Это вот так вот соединяется и изолируется. То есть проводка останется старая, подсоединю. Единственное, в этой лебедке добавлена подсветка светодиодная. Кнопка на корпусе маленько другая. Ну, кнопками этими очень редко пользуюсь, в основном с пульта. Батарейки когда целые, все работает нормально. Не знаю, по надежности. Здесь что-то много шестеренок накрутили всяких. Скорее всего, это быстрее выйдет из строя. Это еще может и проработать дольше. Ну, посмотрим, что будет на самом деле. Здесь канат я менял в том году. Здесь еще новенький стоит. Еще не распечатывал. Сейчас буду устанавливать на лодку. Установлю, покажу, как это будет выглядеть. Лебедки. И у Big Water 45, значит, написано. Масса якоря максимальная 13,6 килограмма. А здесь 9,5. Не знаю, за счет чего это. Вроде все одинаковое. Моторы на вид тоже одинаковые. Ну, у этой грузоподъемность больше на 4 килограмма. Сейчас закреплю на лодку ее, установлю, включу, проверим, как она работает. Ну, свободный сброс якоря, очень удобно, конечно, здесь в принудиловку. Стоишь, если на течении, особенно там глубина 5-6 метров, ждешь чуть не минуту, там, не знаю, долго, кажется. Пока он опустится, тебя за это время сносит уже, или надо на моторе стоять, держать постоянно. Здесь свободное падение якоря.